Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине, 431 день. В Госдуме захотели увеличить штрафы за утечки данных, сейчас 60 тысяч рублей. Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 апреля. В Волгограде комар заразил мужика червяком. В США школьник смог остановить автобус, водителю которого стало плохо за рулем. Российская спортсменка успешно дебютировала в UFC и ёмко охарактеризовала свою победу. Прогулка по Ленинграду 1954 года. Прогулка по Москве 1964 года. День рождения с кайфом просто. Спасибо, что живая. На Рублевском шоссе Феррари без номеров влетела в столб и разлетелась на несколько частей. Это все новости за последний час. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей. До встречи!